Всем привет! Вы на канале Королевство игрушек. Это канал о вязаных игрушках амигуруми. Меня зовут Наташа. Всем спасибо за внимание. Сегодня продолжаю видео в серии видео, значит, герои сказок и мультфильмов. Кто смотрит постоянно мой канал, те знают, что я готовлюсь к выставке в библиотеке, которая будет 24 марта. И мне нужно связать хотя бы 20 героев. У меня их в наличии уже так 11. Осталось меньше месяца. Не знаю, успею я связать хотя бы штук 20 или нет. Но со времени прошлого видео я успела связать 3, почти 4 героя. Итак, сегодня я вам их покажу. У меня, значит... Первый, кого я буду показывать, это Пятачок. Вот так. Смотрите, какой малыш забавный у меня связался. Вязала я его по чужому МК. У меня есть, значит, группа ВКонтакте. Если кому-то нужно описание в этой группе, я оставляю ссылку на автора, где подробный МК. По герою, значит, по Пятачку. Там также есть и Асова, кролик и Винни-Пух. Кролика я связала, Пятачка связала, Винни-Пуха почти связала. Значит, вот он у меня как выглядит. Вязала я его полностью из детской новинки. Глазенки у меня малюсенькие, приклеены. Вяжется, в принципе, очень просто. Из-за того, что он получился такой маленький, мелкие детали, как вы знаете, очень... сложно пришивать. Ну вот еще вышивка там швом занимает время. Вроде маленькая игрушка, а вязала я его такое довольно-таки продолжительное время. Итак, пятачочек у меня получился вот так вот, без учета ушек, всего лишь 10 сантиметров из детской новинки. У автора там, по-моему, из Ализе Лана Голд. А я вяжу детской новинкой, так как у меня Голд нету пряжи. Так, значит, связался мой пятачочек. К пятачочку вяжется Винни-Пух. Первым я связала из этого мультфильма кролика. Я сейчас его даже достану. Если вдруг кто не видел, я вам его покажу. Итак, кролик-пятачок. Вот такая разница у них в размерах. Ну, пятачок маленький. Автор точно передал полностью все, что хотел. Смотрите, какой класснючий. Спасибо большое автору за бесплатный мастер-класс, за то, что есть возможность связать этих героев. Также по МК автору я уже вяжу Винни-Пуха. И я бы уже его и довязала, но не могу довязать, так как у меня в наличии нет пряжи темно-коричневой. Всякое есть, темно-коричневой нет. Вот такая вот пряжа нужна. Заказала на Вайлдберрисе, жду. Как придет, буду довязывать. И у меня даже появилась безумная идея распустить эту игольницу. Я все равно собираюсь связать другую. И пока связать, то значит мордочка будет. Вот так вот. Здесь нужны ушки, ножки, ручки. И все это темно-коричневым цветом надо связать. Поэтому пух у меня в процессе. Итак. Рассказала про Пятачка, показала кролика, половину Винни-Пуха. Теперь покажу вам своего следующего героя. Это у меня Незнайка, коротышка из цветочного города. Значит, связала я основу, и было, что попало, непонятно. Но когда постепенно я начала вязать ему одежду, шляпку, волосы делать, он уже стал более-менее стал похожим на себя. Я, значит, вязала его из головы. У меня даже нет мастер-класса. Смотрите, какой малыш получился. Я ему, значит, пастелью затонировала щечки оранжевым цветом. Также у меня глазки полубусинки приклеены. Вышиты бровки. Вокруг глазок вышито белым-черным. Уши связаны. Вот такие вот у него руки. Вот так он выглядит сзади, этот малыш. Шляпа.
Все, кроме основы, связано, то есть одежда связана полностью из детской новинки. Волосы также детская новинка. А это у меня Суперлана Классик от Ализе. Основу вязала. Вот так вот. Чудесный прям малыш получился. Получился, значит, он у меня 15 сантиметров. Это без учета вот так вот. Без учета волос и шляпы. Конечно, пришлось повозиться с волосами. Как обычно. Все. Но меня полностью устраивает результат. Он мне очень нравится. Так, вот рубашечка. Значит, штанишки съемные, рубашка съемная, галстучек съемный. Шляпу я пришила, чтобы не болталась из стороны в сторону. Хорошо, что у меня пряжи целая куча детской новинки всяких разных цветов. Итак, вот так он выглядит сбоку. Вот такая вот у него основа. Штанишечки, ремень ввязан сразу в штаны. Сначала связала штанишки, потом сверху добавила петель, ой, один ряд столбики без накида, черная пряжа, и здесь вышила, чтобы получилось как ремешочек. Рубашечку, значит, заправила внутрь. Ну, скажите, правда, он такой милаха, вот вообще класснючий. Меня радует вот то, что я сама добилась такого результата. К сожалению, ничего не записывала. Не знаю, может быть, настроюсь и по памяти вспомню вот этого вот малышка. И описание добавлю в группу ВК. Опять же, ссылку на группу оставлю под видео, повторюсь. Смотрите. Та-дам! Значит, из Незнайки будет только один персонаж. Это у меня Незнайка сам на выставку. И еще один герой, это у меня уже получается по счету, который 11, да? 11, уже запуталась, значит 10. Да, Незнайка был 10. Этот, значит, у меня 11. А Винни-Пух, когда делаю, будет 12. Уже, тем не менее, так медленно вяжу. Капец. Смотрите, кто у меня тут еще есть. Значит, это у меня волчонок получился такой забавный. Вязала, значит, я его голубой цвет, это Воланс Фокс, это серый цвет, это Дольче. Крючок брала 3 миллиметра, это также Дольче. Вот это вот детская новинка, вышивка бровки. Даже не знаю, сколько он сантиметров получился, надо его измерить. Так, 29 сантиметров получился у меня. Ничего не маленький. Я хоть старалась его сделать поменьше, но он получился почему-то вот таким вот большим. Итак, ну тоже миленький, вроде все симпатично. И не знаю, что-то не то. Что-то не так, что-то не то. Не понимаю. То есть волка надо будет перевязать. Следующий, кто у меня, я даже сегодня открывала, получается, свою тетрадочку, искала, смотрела. У меня здесь очень много всякой всячины записано. И вязать еще, вязать, и вязать, и вязать. Значит, надо вязать буратину, буратино. Три поросенка. Вот я бы хотела, наверное, связать трех поросят. Как их там зовут? Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Ну, что это такое? Да. Буду, значит, вязать поросят. Маленькие. Маленького размерчика такие. Также в планах у меня золотая рыбка. Дедушка, невод, баба-яга будет обязательно. Еще раз думаю над тем, как сделать избушку на курьих ножках. Наверное, буду ее вязать все-таки. Но там все это вот сложно. Также мне нужна русалка. Хочу связать из лукоморья, значит, лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубитон. То есть у меня в планах связать дуб сам, посадить на ветку русалку, связать и кота ученого, также повешать цепь и кота туда,
воткнуть, чтобы вот такое вот было забавное все и интересное. Ну вот, на этом заканчиваю свое видео. Пишите свои комментарии. Всем спасибо за внимание. С вами была я, Наташа. Пока-пока.